Какой потрясающий закат! Невероятный закат! И там стена дождя. Боже, какая красота! Ну чего? Я 45 иду. Ай, какое чудышко! Я еду за туманом, за туманом и за запахом тайги. Боже мой, какая красота! О, Господи, какая красота! Ай да какая красота! Господи, у меня слов просто нет! Это же просто чудо-чудо! Диво дивное! Вау! Боже, какая красота! Какое небо! Это что-то с чем-то! Это просто что-то с чем-то. Вау! И какие черные тучи идут. А сейчас что-то опять будет. Это Флорида. Красавица моя. Моя яркая, моя жаркая, моя мокрая Флорида. Насмотреться не могу на это чудо. Итак, я в Росе, большие размеры, десятка. Десятка, одиннадцатый. Такую не люблю подошву, такую коричневую. Я люблю черную, либо белую, что-то яркое. Я же кинула себе в тележку две пары шлепанцев. Может, не такие еще взять? А возьму еще и такие. Дома ходить. Это будет уже третья пара. Да, люблю такие тоже. Итак, сейчас покажу. Первые вот эти, вторые DKNY красненькие. И Michael Kors. Черное с белым, то, что доктор прописал. Обожаю. Пошли смотреть дальше. Разбросаны, обувь разбросана. Надо будет пробираться через эти залежи обуви. Тихо. Так, больше пока на меня ничего здесь не смотрит. Нет, пока не смотрит, пока нет. Я говорю, потому что, чтобы заглушить музыку. Потому что музыка мне... И вот Guess тоже есть такие симпатичные. Может, такие лучше взять. И стоят они всего 9-10 долларов. А эти стоят 30 долларов. Наверное, вот эти гесики возьму. Да, хотя пусть эти тоже будут. Одно другому не помешает. Правильно? Правильно. Люблю полоску. Но обожаю полоску. Ничего не могу с собой сделать. Для меня полоска – это все. Как только вижу полоску, так туда и иду. Я приехала купить каких-то нарядов. Наряды мне нужны. Волосы торчат, надо же подстригаться. Так, надо срочно худеть. Надо срочно скинуть 10 килограмм. С завтрашнего дня начну. Так что, да, я буду готовиться. Пошли посмотримся в большое зеркало. Сейчас. Нет. Срочно худеть. Срочно худеть. Нет. Нет. Жена причем не плохая. Нет. Нет, такие мои чуть-чуть большеваты. Мне надо 12-й, это 14-й. Может, не брать, я скоро похудею. Колесенький пью. Вышла из магазина, все мокро, дождь прошел. Еще немножко. О, не капает, хорошо еще идет. Ух, как здорово. Ну, как водичка капает. Ну,
это переливает. А где моя машина? А где желто-блакитный флаг? Украинский. Слава Украине. Вот моя машина. Ой, как хорошо. Такой приятный дождичек. В машину не хочется заходить. Уехала я додому, до хаты. Тихо. Ой, как красиво. Итак, выходите все, кто там сзади. Камера хорошо работает, хорошо в середине. Вот там нет. Какой дождичек приятненький, боже мой. Прям приятный раз приятный. Хочу я там убежать. Так далеко. Поеду-ка я по прямой. А я поеду. Я знаю, так нельзя ездить, но мне можно, у меня есть спецразрешение. Кондиционер так сильно не дует. Я сижу с мокрой. Прошлась под дождем 5 минут. Какой там 5? Меньше. Я вся мокрая. Волосы мокрые, руки мокрые. Ой, какая красота. Ах, Самара, городок. И спокойная. Я его должна была, наверное, пропустить. Ну ладно, что-то там долго стоял. И спокойно. Что это я про Самару вспомнила? Чего это я, блин? Настроение у меня романтическое. Скушай, доченька, яйцо диетическое. Или, может, обратимся к врачу? Нет. Успела, как я хорошо успела. А потом автобус впереди. Все-таки ночью мне нужны. Тихо. Я очень больше кто-то может впереди выходить. Всегда сбавляю здесь. И вот велосипед торчал на автобусе. Вы на велике подъезжаете к автобусу, ставите его впереди автобуса, там держалка для 4 велосипедов, и поехали куда вам надо. Удобно, преудобно. Тихо. Давай мы с тобой спим, давай. Я сплю. А что ты тормозишь? Я уже буду где-то 37 минут в час. Как я люблю ездить ночью, когда дождь, когда работа как красиво. Вот эти все фары отсвечивают.
my whole. Показывает, что я еду на Southeast. Falling in love with you.